Всем привет, с вами Crush Day Game. Воу, всем привет и с Новым годом, ребят. Да. Удачным вам трейдом в этом году. Да. Да, и классных подарочков от разработчиков Roblox. Да. Крош, расскажи, что мы в этом видео будем делать? Есть такой очень безопасный и безобманный сайт StarPets. На этом сайте можно очень безопасно обменять своих одного крутого пэта на много разных, или наоборот, много разных на одного крутого. Ну что, начнем? Давай. У нас покажи. Есть 577 рублей. И посмотрим что-то на эту сумму. Как бы, да, пап? Ice Wolf мне нравится. Давай возьмем. Почему? А ты? Я тоже. А смотрите, может его райдом возьмем? Давай. Давай его райдом возьмем. Пишем сюда. Ice. И ищем. А вы заметили? 94 рубля стоит обычный, а 95 райт еще и джуниор стоит 95. Давай, Крош, бери. Да, конечно, берем, это очень выгодно. Так, дальше. А что это? Потом вот сюда нажимаем. И я давно хочу исполнить мою мечту. Какая твоя мечта? Strawberry Shot Skate Back Dragon. Да, это моя мечта. Я ее очень хочу. Flyride? Да, конечно, Flyride. А меганенка будет дорогая? Мега. Че, готова? Так. Овчарика давай. Овчарика это возьмем. Это не овчарика. Австралиан Келпи. Это Кельпи. Кельпи, да. Товары куплены. А как это выводить, Крош? Смотрите, покажи ребятам. Нажимаем на любого поэта, потом нажимаем вот сюда, вывести, пишем наш никнейм, нам надо зайти на ссылку Роблокса, и, короче, смотрите, заходим. Показываю, ребятам интересно. Те, кто не в курсе, как работает сайт StarPets, сейчас смотрите внимательно. Да, и мы копируем наш ник. Никнейм. Дальше вводи. Копировать. И заходим на ссылку StarPets. Ну, вот сюда, как я вам показывала. Потом вводим наш никнейм. И у нас ищет бота. Это самое интересное. Здесь примерно время ожидания, конечно, 5 секунд, а уже прошло 10. Вот, все. Добавить в друзья нажимаем. И даем ему заявку в друзья. И нажимаем на кнопочку готово. Так. Если что, там будет очень громко печать, когда найдется бот. Наверное, будет пищать, потому что у меня на ноутбуке пищало, да, пап? Да, но это радостный писк, потому что да. Бот готов вам отдать вашего купленного пэта на законных основаниях. Да, я очень рада, то, что я наконец-то купила моего любимого пэтика. Смотрите, примерное время ожидания может быть от 6 до 9 минут. Да. Бывает по-разному, да. Сейчас посмотрим. Крош, а ты сможешь свернуть ссылочку и ждать бота и показать, как работает обменник? Или лучше не выходить? Нет, лучше не выходить, потому что, веришь, два сайта у нас. Ага. Если мы зайдем на второй... Он переключится, да? Он уже переключился. Так зачем... А нет, идет все нормально. Все. Вот. Или останавливается время? Останавливается реально, да. Ну давайте тогда не ждем. Советую боту. Ждем загрузочку. И получаем своих законных пэтов, которые мы купили на старте StarPets. На сайте StarPets. Да. Окей, давай, где там? Не где важно, наш бот? Неважно, какой у нас скин. Короче, смотрите. Мы сейчас идем... Вот он. Наш... Смотрите, вот. Давай, вот трейд. Так, трейд. Вот он один, видите? Он ничего больше нет. Все. И он сейчас дает. Вот, мы это купили, все правильно? Да, все правильно. Все, StarPets нас не кинул, это круто. А вы говорите, где Frost Fury? Не знаю, я не говорил, а где Frost Fury?
потому что я ее не выводила. Значит, все, что ты вывела, тебе бот отдает. Да, мне бот отдает. Круто, абсолютно рабочий забавно. Сайт. И знаете что, не верьте вот этим ТикТокам, Ютубам, то, что типа есть какие-то в Телеграме боты. Потому что это неправда. Нет. Так. Давай, соглашайся. Шаг. Вот, все. Видите? Все, это наше, заходи. Видите? Все наше. Как все без обмана. Вот так это работает. Крош, а теперь видео это, пожалуйста, ребятам, покажи на сайте StarPets, как делается обмен и как оцениваются пэты. Да. Вот покажи этот момент. Смотрите, нажимаем на обмен. Frost Fury. И давайте всех пэтов. У нас 107 есть. И здесь можно, давайте, например, выведем вот этих пэтов, они мне не нужны. Смотрите, давай, нажимаем вам, и смотрите, вам зачислили, если вы отдаете пэта, вам зачислили за эти деньги с пэтом. Давайте кого-то еще купим, потому что у нас еще осталось здесь деньги. Давайте. Давай. Я кажется знаю. И кого ты хочешь купить, крошек, титами, может быть, Артик? Рейндер? О, не-не-не-не-не, он слишком дорогой. 620. А, не хватает. Фр-о. Так. Тык. Заходим. Тык. А, нет, не тык. Все. И 86 рублей. Пока! Товары куплены. Да. И у нас теперь есть один... И второй, два Frost Fury. Давайте их сразу выведем или потрейдимся вот этими пэтами нашими. Давайте чуть-чуть потрейдимся. Давай, Крош. Выходим из игры, потому что это VIP. И на жирный сайт заходим, да? Сайт? Ну, в смысле, в Roblox на сервак. Да, на сервер. Жирный сервак. Давайте я мажористый такой золотистый сервак выберу. Давайте сначала на вот этом побудем. Боже, я в шоке. Папа, я просто в шоке. Это круто, реально классный рабочий такой сайтик. И смотрите. Тема. Видите, мы зашли, типа, да? Угу. И вот эти пэты у нас остались. Ну что, бери этого пэта. Да, какой? Он сейчас котируется, козырный, да, считается? Погнали. Да. И давайте, на трейд-площадку и что-то затрейдим. Давайте сейчас поменяем цвет кожи, потому что у нас тело красное. Да, ничего, нормально. Ничего, мне нравится. Погнали. Тогда нажимаем на инвентарь. Сюда, сюда и сюда, да. И теперь вот сюда. Кого будем, ледяного волка или клубничного? Давай клубничного. Ок, клубничного. А ну-ка. Так, ждем трейдов, а они у нас хоть вклю. Вот кто-то хочет, да? Так, а ну так. Давай. Что ты нам предлагаешь? А, конечно. Супер-мега-мало. Так, пчелка-мало. Да. Ни о чем. Дальше, Крош. Так, ждем трейдов. Трейд. Давайте напишем в чате трейд. Ну, на вот этого пэта это нечестно трейд, если что. Не трейдитесь на вот этого пэта. Он не ценится сейчас. Вы знаете что, я не буду его трейдить. Посмотрите, ну какой он милаха. Ну да, может быть другой раз, а с вами Белла. Да, Crush It Day Games, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, не пропускайте наши новые видосики.